В Караганде открылся первый международный центр энергоэффективности. Здесь будут предоставляться бесплатные консалтинговые услуги по вопросам энергосбережения для проектировщиков, архитекторов, коммунальных предприятий, КСК и населения. Центр расположен в здании, где температура повышается за счет солнца, а понижается благодаря холоду из-под земли. Новейшее оборудование позволяет экономить энергию и воду. Это пока единственный в Казахстане умный дом, которому присвоили маркировку здания самым высоким классом энергоэффективности.